доля славнозвісного парусу вирішена. 32-поверховий довгобуд демонтують. Таке рішення прийняли депутати міськради на черговій сесії. Найближчим часом розпочнуться демонтажні роботи. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби дізнати, що хочуть бачити дніпряни на місці парусу. Ну, наверное, было бы неплохо, если бы это был какой-то тоже развлекательный центр, но более не только развлекательный, но еще развивающийся. Я бы хотел бачити на зразок Бурдж-Халіфи и якусь споруду. А чому так? Не знаю, мені здається, гармонічно буде на фоні всього. Фонтан бахнет. Спортивный какой-то центр, все равно. Культурно-оздоровчий, спортивный. Что-то в этом плане. Другого больше ничего. Парус будет снос. Что бы хотели побачити на цьому місці? Все равно. Я хотел бы увидеть гостиницу «Парус». Уже готовое все. Готовое все. Ну, взять, допустим, первый этаж отделать, привлечь инвесторов, туристов. Не надо ничего там строить, высотки. Уже все готово. Осталась отделка. Ну, может быть, там переделочки какие-то сделать, понимаете? Нормальную набережную, чтобы сделали, да. Как вот это вот начали сделать там, в центре, где-то шарик, там вот это вот такое, там скамеечки, там цветочки, фонтанчики, вот такое вот. И выпускай посадят. А что еще? Что еще? Ну, пускай поставят памятник нашей безалаберности. А знаете, мабуть, якийсь монумент такий, який би придавав дух свободи, дух України, дух нашої нації, він би над Дніпром був би дуже гарно, дивитися на нього було дуже гарно. Щось таке фантазійне, добре ж, як душа України.